тут немножко другая ситуация. Тут есть и силовые вары, и... А чё, рыба, вы? Не равняйте немного реалии Сируса и реалии Личкинга обычного. Но я уже кулаки кресты бафаю. Рыба будет. Короче, шейпер будешь ставить. Ой, не шейпер, блядь. Fuck me, please, либо бузер будете ставить. Тотем на ману. У нас 2 эмка, блядь. The Doom, он на работе. Так что... Бузит бузер. Работа такая. Секунду, заметь. А, чё, я здесь, я здесь. Да. Привет. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Иди. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, свобода, браун, блядь, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Да я с рабов, блин, я его не увидел в бафах еще.
Он мастерал. Да вообще пиздец просто. А где он? А не самомилостно. А жопа так. Какая разница, да, все равно у рейда в жопу смотрит. Странно это было слышать от твоей. Который на нежити играет. Отвалилась нахуй. Говорят люди, которые играют на коровах, блядь. Ну да. Крова охуенно. А вы никогда не... Самый уродливый класс. Вы никогда не замечали, как, когда корова дохнет, у нее очень забавная морда. Какой это? Вот это я, блядь, или долбоёб, ну. Короче, думаю, это... У них есть щиток. Щиток. А я не убежал, короче. Он даже в меня не бежал. Я просто, блядь, на него пошел. А где у меня ролл, блядь? Где-то радуется какой-нибудь Щита. Маленький товар. Риктор. А чё Блэдфаллен, я не понял. На успех сказали. Мне 12.79, ну ладно, похуй. Ну, Риктор, походу, впервые, ну да.
А давайте, мне это похуй, чувак. Хоть весь шмот мой отдайте, мне погибать. Готовьтесь к бою. Не знаю. Слышишь? Не спекаться? Нахуя? Войт, на транспут отдашь нам плащик на паролем? Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Перед всевластным Вилфредом не попался. Нас пять магов, чувак. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель пылающего легиона. Серебан выбегает, захиливаем Джеджа. ТТМ на хаст, РДДФ. Так он стоит. Я могу подтянуть инфернала. Его опять кинули. Может, ты хоть больше одной секунды видел стаки? Вам весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Где мое утешение, блядь? В другом рейде. У меня на шмане. На воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь по
повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заиграл... А шо 50 голды? Мне, кстати, на мейнспек нужна. Я через 4 Т9. Ай, не пизди. Чё не пизди? Посмотри на мой шмот, блядь. Ладно, похуй. Меня сейчас голды дашь ему. Прям вот бисовый, что прям пиздец. Прям обосраться от бисовости хочется. Вот была пизда у этого пояса, я б его вы... Так она есть, посмотри. Чем могу быть полезен? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Шамана, да. Я нажал. Звездочку. Да, да, окей. Угу.
А, да-да-да, я просто я пока объясняю сейчас. Нужно подойти. Слабоумие, отвага. Не достаю. Слишком далеко. Беги, малышка, беги! Где уж тебе? Договори. Это лучшие представители Орды. Кого следующего бьем? Бьем кого следующего? Там один приз, к сожалению, живой. Следующего кого-то. Рога, можешь посидеть на маге? Там он вам постоянно в холи палку стреляет наш. Там ходили эти мобы по рейду и били. Меня плюс ШДКшник пиздил монстр. Почему мобы подходят к остальным мобам? Я не понял. Следующего кого бьем? Мага? Потому что, блядь... А какие эти два не нужны, я не понял. Бопы нахуй, которые на Рошаму кинул. Нахрен мне бопы кидать на ДДшника. Следующий. Шоку.
Заберите там жевание, пожалуйста. Шаманы, присты пуржить, буду выход и не диспель. А вы хотите на нубы? Во-первых, там ДК, рога, мобы в рейд ходили, убивали. Смотри, вот конкретно себя говорю, вытянули все, красава, ханта, все, вопросов нет. У меня влетело сначала 8к, хуй с ним, а потом через секунду 12. Ой, остались только ми... И два манга еще. Ну что им повезло. Когда... Еще раз, давать копии выбула, для тебя влетело 8к, ты серьезно? Ты прикажешь, когда на тебе дает? Братан, если у тебя ты услышишь, как на тебе агро. Не знаю, я без звука играю и все слышно нахуй. Какой ты молодец. Без звука. Без звука слышать аудиооповещение. Просто next level. Да нет, там красная рамка появляется. Кто долго играет, уже видит эту красную рамку. Да, только когда она тебе желтая. Я сказал одно, все браки перекрутили вообще в третью сторону. Чем вы слушаете? Я вроде не ебу нахуй. Да ладно, мастер, чё ты паришься? Всем насрать. А я неплохо рогой танчу, да? Хуёво. Профессионально. В смысле, я не упал еще ни разу, все мобы на мне были. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Говно уже, по-моему. Нас ждет битва с королем Личом. Да, да. Это вот к слову о том, скилл не скилл. Вот за то время, какое я жил, а это два моба, вот столько в меня урон влетел. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Нет. Ну, давай я просто побью босса. Тогда я пошел ловить.
Ну так я потанчу босса. Ты хочешь, все умерли нахуй, что ли? Ты только говори, с какой стороны я буду, да и все. Ну, если реакция есть, у тебя ей будет 3 секунды. Нахуй ты, блядь, поставил себя нахуй, чем? Может, он ДК поставил? У меня нету прожимки, я не бью босса. Да. Ладно, хуйня, Рэл вам сказал одно, блядь, но вы сами не видите, что...
нас тьма и ничтожество. Все это знают. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Угораете, то угораете, шаман, но ты сам взял, блядь, темную нас, вот теперь говоришь, что вы угораете. Опять Войт Рейд зал, да что ж за... Ага. Я завис. А что случилось? Агро сорвали? По-моему, кто-то забыл сферы взять. Ой, не сфера, а этот, блядь, сущность. Видит номика. Ну вот, Серебан первый сдох, у него, блядь, вообще орел дамаг. Я его нон-стопом стоял, захиливал. Да, сейчас сильная свечка вроде попустить должна. Ну, когда? Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимают... Нет, еще старая, но, блядь, не закрылась. Шейп, ты когда нажимаешь, у тебя вот это пипи происходит. Ты можешь убрать, пожалуйста? Ну, у меня тут такой, блядь, слайд-шоу просто пиздец. Еще раз, кто танчит белую вальку, на кого нап... Была рыба, кто успел, тот съем. Всегда готов. Что ты не постой? Во имя темного повелителя, во имя короля Лича,
На нашей улице будет праздник. Говорю, и на нашей улице будет праздник. Не, ну три чешки ж упало, почему два выбора нет? Может, там один лут. Что, серьезно? Хуёзно. Наёбщик Войт. Не верьте никогда ему. То рейд вайпнул, то два выбора. Да пиздец вообще. Что за человек? Ух, кто прол. Сколько? Ты понимаешь, ты только что ни за что человека обидел? Как ни за что? Я просто так для рифмы. Всегда мечтал так сказать. Молись, чтобы на БГ он был за тебя. В смысле, а чё ты себе кинжал собрал? Допелся? Это только пуки поливали или наши, кому нахуй епа не надо? Сука, вы где? Кинжал дай. Можно к грулю вылетать. Лошары. Кому он наступил в смог? Это формальность, братан.